Я попробовал систематизировать и выделить 5 важнейших направлений, которые требуют постоянного внимания и дисциплины. По крайней мере, по моей жизненной практике, и в них, в этих направлениях или правилах лежит, на мой взгляд, ключ к максимальному созиданию, к тому, чтобы не стоять на месте, к тому, чтобы испытывать приток идей и кайф от процесса. Сейчас попробую вкратце с вами ими поделиться. Первое. Начать я хочу с книг. Я считаю, что необходимо совершенно читать широкий спектр литературы на постоянной основе. Принуждать себя читать не только то, что тебе кажется комфортным, интересным и наиболее удобным, что ли, так, для твоего внутреннего склада, но и менее удобные жанры, направления также изучать, менее привычные. Сейчас объясню. Дело не только... Здесь речь идет не только о художественной литературе, и не только о научной литературе. И уж точно не замыкаться в прикладной литературе для своего направления. А постоянно, в 20 лет, 25, в 30, в 35, 40, всю жизнь, всегда требовать от себя чтения широкого спектра литературы. Многие задают вопрос: Денис, а как найти то самое дело жизни? А как выбрать путь сердца? Как почувствовать? Причем не только когда вам 20-25 лет, а опять же, а в 35-40 лет, когда-то направления меняются, когда-то мы начинаем что-то новое, или хотим начать что-то новое, или чувствуем, что чего-то нам в жизни не хватает. И благодаря тому, что ты читаешь по широкому спектру, для твоего нутра, для твоего камертона, всегда есть возможность находить созвучие. Я сейчас произношу эти слова и понимаю, что это настолько, наверное, не очень плоско звучит, хотя тема просто гигантская, а звучит плоско. Когда ты соприкасаешься с человеческими судьбами, со сферами знаний, с поисками, с путешествиями, с открытиями, с биографиями, с научными исследованиями, твой камертон, он же все время пульсирует, то есть он ищет эти созвучия. Но опять же, закисая в своей привычной жизненной конструкции, ты не подвергаешь себя новым воздействиям. А через широкий спектр чтения у тебя все время камертон ищет резонанс. И вдруг ты в какой-то момент чувствуешь: вот оно, надо же, мне это интересно. Меня это почему-то цепляет. Ребят, ведь мы рождаемся, мы понятия не имеем, что нас в жизни зацепит. И заметьте, меня цепляет одно, вас другое, кого-то третье. Мы все очень разные. Потому что сочетание качеств, унаследованных черт, у нас настолько индивидуально. А выбрать? Как выбрать? Как выбрать? Ну, конечно, нужно предоставить своему камертону возможность видеть, слышать истории, чувствовать рассказы, чувствовать, что тебя зацепит. Какая сфера деятельности, какая сфера знаний, какой образ жизни и так далее. Это первое правило – читать широкий спектр литературы. Всегда. Если вы этого не делаете сейчас, то начните немедленно. Составьте себе список. И еще раз говорю, это нужно делать дисциплинированно. То есть не только читать в той сфере, которая вам привычна и комфортна. Не впадайте в это заблуждение. Следующий пункт. Приоритет действия над анализом. С этим можно долго спорить, но это важнейший принцип жизни, на мой взгляд, для человека. Нам очень свойственно, многим из нас, стараться проанализировать до совершения действия. Ради того, чтобы избежать ошибок, не совершить какой-то неверный поворот в жизни, не пойти по неправильной дороге. Но мы просто таким образом не можем существовать, потому что у нас недостаточно данных. Через действие ты получаешь такое обилие информации, через даже первые шаги,
Я сейчас говорю не о днях, конечно, а хотя бы о нескольких месяцах. Вы выбрали новое направление. Начинаете действовать. Не нужно анализировать. Если захотелось, нужно делать. Мы не думаем, мы действуем. Это смешно звучит, но я себе взял это правило, и я сам посмеиваюсь часто. Потому что изначально, не скажу, что я изначально был человеком действия, но я сделал себя с годами, с десятилетиями человеком действия. Именно по убеждениям. Потому что убедился, что лишь начать действовать намного важнее для получения гигантского объема информации, который тебе уже не приходится долго переваривать. Он идет параллельно с действием. Мы так намного лучше функционируем, как люди. Ты занялся новым направлением в жизни. И тебе пошел фидбэк огромный от реальности. Это не получается, то не получается. И у тебя начинается мощнейший креатив. У тебя такой спектр информации, что ты прямо на ходу начинаешь анализировать. Тебе не нужно сидеть и прокрастинировать. Весь этот анализ до действия – это сплошная ерунда, на мой взгляд. Опять, ребят, я делюсь только своей точкой зрения. И наверняка среди вас есть много теоретиков, которые со мной поспорят. И вполне возможно, я сам мог бы с собой поспорить. Но практика жизненная подтвердила именно это. И поэтому я это вам и сообщаю. Следующий пункт. Третье правило – это запрещать себе думать, что когда-то для человечества были лучшие времена, чем сейчас. Вот это интересная очень история. И если вам сейчас 20 лет, то вам, наверное, непонятно, о чем я говорю. Но если вам лет 35 и уже есть за плечами что-то, уж не говоря, если вы старше, и опыт жизненный накапливается, и ситуации прошлого, они идеализируются, потому что мы вообще так устроены. И ты начинаешь думать, что музыка не та, литература не та, уж не говоря о социальных факторах, что все становится только хуже. Ребята, это такая тупиковая и ошибочная история. Причем самое интересное, субъективно ты никогда ее не сможешь доказать себе. Потому что субъективно именно так и кажется. Для меня 80-е было супер время, потому что я узнавал мир. Мои подростковые годы пришлись на 80-е 20 века. И это замечательное время. Но я знаю, что это лишь мой субъективный взгляд. Что сейчас кому-то 16-17 лет, и когда им, дай бог, будет 50 лет, для них наши сейчас 20-е года 21-го столетия покажутся, какое замечательное было время. Если будем надеяться, все будет в порядке с человечеством. Во все времена, во все столетия, я убежден в этом на уровне принципа, людям казалось, что раньше было лучше. И я знаю, как хочется вам со мной поспорить. И мне самому хочется с собой поспорить. Но, ребята, нужно это понять на уровне нашей способности анализировать историю. Почитать, вдуматься. И понять, что мы себя такой конструкцией жизни загоняем. Мы костенеем. Мы перестаем иметь возможность воспринимать новое. А когда ты не воспринимаешь новое, у тебя больше нет шансов. Все, ты погиб. Ты не погиб еще физически, но ты погиб в плане своей возможности творить, развиваться, видеть новое. Ты застрял в прошлом. Все. Это диагноз. Вырваться из этого практически невозможно. Поэтому я начал со слова «запрещать», хотя я вообще не знаю, как у меня из моих уст такое слово вырвалось. Но я скажу себе «запрещать» думать о мире подобным образом. Из этой точки, из этого дня расходится масса новых дорог и возможностей. И никогда не было лучше. Главное не упасть с горы. А то у меня стул периодически проваливается, а там за мной в 2 метрах обрыв. Так вот, я все сказал по этому пункту. Теперь следующий пункт. Эту штуку мне будет сложновато объяснить насчет материальных аспектов мира и как мы видим
и ищем комфорт, обложив себя со всех сторон материальными проявлениями. И в чем здесь ошибка? Начну с того, что я не против материальных каких-то символов. Я уже рассказывал вам не раз, я любил и машины всегда, и тратил деньги неразумно. Мне нравятся путешествия, естественно, нужны нам и хочется иметь хорошие жилища, и какие-то еще атрибуты, атрибуты материального достатка служат ровно тем целям, которые они в себе несут. Они не означают нашей свободы от обстоятельств. Сколько я видел людей с достатком, с такой внутренней самодовольностью, с самодовольством, с каким-то непонятным барским высокомерием. И вы знаете таких людей. Это, конечно, удивительно спящие персонажи. Потому что им действительно кажется, что они обложили себя этими предметами, и что они получили какую-то степень неуязвимости или спокойствия. Это, конечно, потрясающая слепота. В то же время есть множество состоятельных людей, в которых вы не увидите барских замашек и не увидите вот этой сытого самодовольства. У этих людей горят глаза. Эти люди продолжают искать что-то новое, рвутся к новым высотам. У них горят глаза, как у детей. Я сейчас беру гротескные примеры, но вы на этих примерах понимаете, о чем речь. Хотя мне не хочется противопоставлять и вообще кого-либо судить, но я сейчас пытаюсь донести до вас мысль. Не позволяйте себе иметь иллюзии, что когда этих предметов материальных станет много, вы получаете какую-то непонятную защиту и устойчивость в этом мире. Нет, в плане куска хлеба, возможно, и крыша над головой. Но, ребят, эти штуки, может быть, и с трудом достижимы для какой-то части человечества, но все-таки они достижимы для людей трудолюбивых и для людей, увлеченных своим делом. Я сейчас доношу до вас принцип. И я знаю точно, что этот принцип верен, потому что наблюдение за миром и собственный опыт это подтверждает. Когда ты имеешь чем питаться, и крышу над головой, и твои близкие тоже. Нам не так много нужно. Остальное все – это иллюзорная защита от чего? От неожиданности мира ты не защищен. Все эти фантики могут попади ты на необитаемый остров, и количество денег у тебя где-то там на счету не играет никакой роли. Другие вещи начинают играть роль. Но самое важное для нас не это. Сейчас я хотел бы говорить об этом правиле не как о способе защититься от мира или от неожиданности мира, а как о закостенении. Потому что вот эти самодовольные с барскими замашками персонажи – это та же самая гибель. Физическая придет чуть позже, но ничего нового этих людей не ждет. И, может быть, до поры до времени ты почувствуешь какое-то самодовольство, но в глубине души ты пустоту не обманешь. Пустоту не обманешь. Нужно стремиться к новому. И чтобы стремиться к новому и иметь этот детский восторженный взгляд, нужно в какой-то мере освободиться от представления о том, что материальные предметы значат нечто большее, чем вот то, что они в себе содержат. Вы понимаете, они не означают ни статус, ни защиту от обстоятельств. Сложно объяснить этот пункт, но, надеюсь, вы меня понимаете. И подошел я к последнему, пятому правилу жизненному, которое в какой-то мере связано с эзотерикой, но я попробую объяснить это приземленными терминами. Уметь в любой момент остановить мир и остановить себя. Сейчас объясню. Мы очень часто с вами находимся на бегу. Особенно, когда мы стремимся. Особенно, когда у нас горят глаза. Я же говорил об этом. И мы всегда устремлены туда, вот к горизонту, куда-то. И в моменты, когда тяжело, когда сопротивление большое,
И когда ты задаешься вопросом, а есть ли смысл в этом беге, а ведь каждый задается этим вопросом, ты должен суметь остановиться здесь, в этой секунде. Уйти от стресса на минуту, на две, на три, на пять, удалиться куда-то и осознать, как много содержит твоя жизнь сейчас, в этом моменте. Сколь многим ты располагаешь вокруг себя. Даже эти возможности, вот сейчас ты вернешься через минуту, через две туда, в свой стресс. И очень важно знать, что из этой точки расходится множество дорог, которые ты можешь выбрать. Ведь ты можешь повести себя иначе, принять другое решение, или одно решение, или другое, или третье. У тебя есть выбор. Чтобы воспользоваться этим выбором, нужно остановиться. Нужно остановить себя и мир вокруг. И почувствовать, что ты властелин — неправильное слово, но что ты обладаешь очень-очень многим. Что ты пришел в эту точку своей жизни, в эту точку, потому что все твои предшествующие действия тебя сюда привели. Это нужно почувствовать сердцем, вот этот момент остановки. Очень помогают, конечно, всякие медитации, способности останавливать внутренний диалог, вообще останавливать себя. Помогает этому навыку осознать: я здесь. И отсюда расходится множество дорог. Ты возвращаешься дальше в свой стресс, и ты вообще в другом состоянии. Твои возможности намного выше. Почему? Потому что ты овладел моментом. Потому что ты остановил мир. И ты осознал, что это и есть твоя жизнь. Вот эта секунда. И эта точка выбора. Этот перекресток. Эта развилка. Мы слишком пережеваны все время этим стрессом. Стресс жует нас. Мы его сами создаем, а потом он нас съедает. Остановиться, освободиться — это все твой выбор. Ты выбрал этот стресс. Прекрасно. Выйди и насладись этим выбором, этой стрессовой ситуацией. И ты придешь, и вдруг на тебя все твои собеседники, которые на этих переговорах, посмотрят другими глазами, потому что ты придешь в другом состоянии. Легкий и свободный человек. Такие пять правил. Если вы сейчас в поиске, так мы все периодически находимся в такой жизненной ситуации, когда чуть-чуть теряемся и ищем новую пищу. Я хочу предложить вам почитать по ссылке внизу в описании о моем проекте «6 важнейших жизненных настроек». Это проект, в рамках которого я стараюсь разделить с вами те самые глубинные философские струны внутренние, которые составляют фундамент, из которого вырастают твои правила жизни, твои достижения, твоя самоорганизация, твои стремления. Они все вырастают из благодатной почвы, из фундамента. 6 важнейших жизненных настроек как раз об этом. Перейдите и почитайте. Возможно, вам это покажется близким и нужным. Для меня это самые важные знания, которые есть у меня, которые пропущены через сердце, через десятилетия моей жизни и моей практики, и дают мне внутренний огонь. Спасибо вам большое за внимание. Оставляйте комментарии, что вы думаете об этих 5 правилах, возможно, поделитесь своими. И я делю с вами этот океан. Спасибо, пока.